Телефонный звонок, чтобы решить проблему или внести предложение. Прямую линию провел исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя Гомельского облсполкома Геннадий Соловей. За 3 часа поступило 30 звонков. Спектр вопросов от качества воды до состояния дорог. Пенсионер из деревни Будалюшевская попросил, чтобы и на его улицу заезжала автолавка. Позвонили из агрогородка Старое Село. Жители жалуются на перебои с водоснабжением. Отключение бывает и на несколько суток. В рамках прямой линии нередкими были случаи, когда распоряжения ответственным лицам давались сиюминутно во время разговора с обратившимися. И нововведение о выполнении этих поручений председателям районов предстоит доложить уже на очередном пленарном совещании. Практика показывает, благодаря такому формату общения с гражданами удается оперативно решать десятки проблемных ситуаций. Прокуратура Гомельской области усиливает контроль в аграрном секторе. В первую очередь речь о порядке на молочно-товарных фермах. Соответствующее поручение прокурорским органам дал президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Ветковский район. Глава государства потребовал взять под контроль ситуацию с падежом скота и привлечь виновных к ответственности. Кстати, подобные проверки органы прокуратуры проводят на постоянной основе. С начала года в области возбуждено 47 дел по статье «Служебный подлог». В этих случаях руководители предприятий искажали данные государственной статистической отчетности и занижали количество павших животных. Прокуроры области направили в суды 23 иска на сумму 20 тысяч рублей. Наиболее острая ситуация с падежом скота в Будокошелевском, Ветковском, Рогачевском и Жлобинском районах. В ближайшее время фермы ждут проверки. В агрогородке Озераны Житковичского района состоялась церемония перезахоронения останков 2 неизвестных красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны. Солдат нашли на прошлой неделе в деревне Бичанская Буда военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона. Останки перенесли в братскую могилу в Озеранах. Сейчас здесь похоронено 267 солдат. Один из них – уроженец Казахстана Жапаш Кожухов. 75 лет он значился в списках пропавших без вести. Новость о том, что место захоронения красноармейца установлено, сообщили его племяннице, жительнице Павлодара Зои Кожуховой. Чтобы посетить могилу родного человека, женщина преодолела почти 4000 километров. Более 200 человек из 7 стран собрал слет ветеранов боевых действий в Гомельской области. Старт 3-дневному мероприятию под названием «Память без границ» был дан у памятника воинам-интернационалистам, где участники возложили цветы и венки. Соревновательная часть встречи проходила на базе оздоровительного центра «Лесные дали» в урочище «Студеная Гута». В программе также концерты, экскурсии, чествования, показательные выступления бойцов и клубов исторической реконструкции.